Ваша книга «Хочу в артисты» стала настольным просто пособием для тех, кто хочет посвятить себя юмору, для писателей, для режиссеров, артистов. Мне говорили, что ваши лекции в ГИТИСе пользовались бешеным успехом, но вы прекратили их вести. По какой причине? Больная тема. Эстрадная кафедра в ГИТИСе пригласила меня в свое время, дала мне ставку профессора, значит, и я давал мастер-классы. Они очень хотели, чтобы я взял курс и вел его. Но я сказал, подождите, подождите, сначала разберусь. Я периодически раз в месяц давал мастер-класс, то есть действительно рассказывал о жанре. Я не знаю, можно ли это назвать лекциями, но на моем мастер-классе сидели не только объединенные классы, значит, из ГИТИСа, но и даже многие Коллеги. артисты, да, приходили. Конечно. Артисты и писатели. Вот. Но потом, через год, я спросил у студентов, кто же хочет стать... Хочу в артисты Да, или не хочу? хочу в артисты. Нет, оказалось, что это случайные люди. Кто-то мечтает о театре, кто-то хочет вообще уйти в другую профессию. Да, они учатся, потому что надо учиться. Я сказал, ребята, а чего же я теряю на вас время? Зачем я вам? Зачем я вам нужен? Я ушел. Потемкинская деревня меня не интересует.